Друзья, всем привет! Я точно так же, как и вы, седьмой день уже не выхожу из дома. Я знаю, что многие не выходят из дома уже гораздо-гораздо дольше, но сегодня я вам предлагаю классно провести время. Давайте мы встанем с наших великолепных диванчиков и разомнем наши прекрасные косточки. Начнем мы с обычной разминки шеи, делаем вперед-назад, вправо-влево, вперед-назад, вправо-влево. Самое главное – не торопиться. Далее делаем круговые движения вправо, затем влево. Следующее упражнение – наклоны головы вперед и назад. Главное – не торопиться. Далее вправо, влево. А сейчас делаем вперед-назад головой. И для того, чтобы было удобно делать в бок, поднимите руки наверх и пытайтесь ушами достать до ваших рук. Круговые движения плечами назад и вперед. Назад и вперед. Далее кладем руки на плечи, также делаем круговые движения назад и также вперед. Круговые движения правой рукой. Сначала назад, затем вперед. Точно так же и слева назад и затем вперед. Делаем небольшой присед и грудным отделом делаем вперед, вправо, назад, влево. Вперед, вправо, назад, влево. А затем эти точки по кругу соединяем. И точно так же повторяем в другую сторону. Далее делаем грудь максимально вперед и прогибаемся в пояснице. Снова садимся в небольшой присед и руками стараемся дотянуться до стены. Тем самым мы вытягиваем наши бока. Встаем на прямые ноги и продолжаем делать то же самое упражнение. Только сейчас наш наклон становится гораздо сильнее и вытяжение тоже становится сильнее. По низу переходим на другую сторону и продолжаем тянуться к стене. Следите, чтобы ничего нигде не перетянуть. Далее, следующее упражнение, мы наклоняемся к одной ноге, затем к центру и к следующей ноге. Повторяем то же самое упражнение. Левую руку отправляем к правой ноге, а правую руку в потолок и смотрим на правую руку. Далее мы делаем точно так же на следующую сторону. Встаем прямо, захватываем правую ногу и вытягиваем ее как следует. Если теряем равновесие, ничего страшного в этом нет, балансируем. Точно так же повторяем со следующей ногой. Вытягиваем и меняем захват. Делаем с первой ногой. И со второй ногой повторяем то же самое. Далее мы разминаем стопы и разминаем наши кисти. Только что немножечко размяли наше тело. Я надеюсь, что вы уже чувствуете, как энергия в нас бурлит, она в нас есть, и это прекрасно. Друзья, сейчас, когда мы немножечко подготовили наше тело, я предлагаю сделать небольшую силовую для наших мышц. Силовая будет заключаться в том, что мы сделаем приседания, планочку и пресс. Я буду делать 100 приседаний, 100 пресса, планка, ну, минутку-полторы я простою точно. Ориентируйтесь на то, какая у вас физическая подготовка и насколько вы готовы постоять в планке, сделать пресса и сделать приседания. Но сделайте их обязательно. Если хотите, то можете написать мне в комментарии, что вы сделали разминку и то, сколько вы сделали приседаний, сколько сделали пресса и сколько вы простояли в планке. И мы посмотрим, кто из нас самый сильный герой. Присоединяемся. Пойдемте. Когда делаем приседания, следите за тем, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Если вы хотите разделить приседания, планку, пресс на подходы, то я лично делаю по 50, 50 пресса, 50 приседаний.
вы можете разделить это по 25. У меня получится по 2 при подхода, а деля на 25 у вас получится по 4. Но вы гораздо меньше встанете в этот момент, но сделаете, в принципе, ту же самую нагрузку на свой организм. Делаем скручивание прессом. Далее, чтобы пресс не забился, его можно вытянуть вот таким вот образом. По моим румяным щекам можно уже понять. Я сделала первые подходы по 50 раз. Я сделала пресс и сделала приседания. Друзья, давайте, давайте. Если вы еще не сделали, то прямо сейчас вставайте и начинайте. Вы еще успеваете. Я побежала, вот прямо побегу сейчас до своего коврика. И сделала второй подход. Приседания. Второй подход пресса. Ух, друзья, это, конечно, непросто, но это очень полезно для нашего тела. Если вы все еще с нами, это прекрасно. Поздравляю, если вы сделали все эти подходы, это супер, вы огромные молодцы. Постоим немножечко. Планочки. Кто сколько может? Можете 30 секунд. Супер, здорово. Главное отстроить правильно тело. Можете 40 минут. 40 минут. Можете 40 секунд. Еще лучше. Отлично. Простою. Минуточку. Друзья, я аплодирую вам стоя, если вы простояли точно так же, как и я, минуту. Это очень непросто, но мое тело говорит мне спасибо, что ты меня размяла. Ох, спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы размяли себя. Приходите к нам на спектакль. Как только закончится наш прекрасный карантин, приходите к нам. Мы будем очень рады вас видеть. Присоединяйтесь к нашим разминкам, к нашим чтениям сказок. Вот, будем вам очень рады. До встречи!